приехал в эту субботу. Последнее подобное мероприятие у нас было в прошлом году. Отзывы получили хорошие, и все просили, давай-ка сделай срочно еще подобное мероприятие. Тут давно их не было. Плюс у нас появилась новая площадка, замечательный центр К14, как я всем пишу в чате, 1000 квадратных метров рая. У нас для вас есть подарок. У меня таких 2000 квадратных метров рая. Классно. Карты доступа на 3 дня бесплатно сюда. Внутри обычная пластиковая карта, сзади 3 кружочка будут отмечать ваше посещение. И сможете попользоваться центром бесплатно. Так, по-моему, инсайт какой-то, но 50 миллионов рублей только в интерьер вбухали. Так что центр лучший, пожалуй, коворкинг из всех московских имеющихся. У нас сегодня зимняя тусовка. Зима уже, слава богу, заканчивается, уже чувствуется дыхание весны. Тусовка у нас, как и в прошлый раз, без всякого официоза, на полном релаксе. Никакого дресс-кода, никаких особых требований. Свободный доступ. Поэтому у нас сегодня 3 лекции, достаточно легкие восприятия. Основная публика сегодня у нас здесь — это любители криптовалют, специалисты по блокчейну. Также и все те люди, которые захотели прийти. Что касается сегодняшних лекций, небольшое у нас изменение. Первый лектор опаздывает, и мы начнем с самой, пожалуй, легкой темы. Как раз это получилось хорошо. Первая тема у нас самая легкая — виртуальные государства будет. Сейчас я через пару минут передам микрофон Ярославу. Просьба для тех, кто еще не в чате, добавьтесь, пожалуйста, в чат. Все уведомления буду присылать вам в Telegram. Ну и сами можете задавать любые вопросы. После того, как на свободном общении разбредетесь по всему центру, чтобы оперативно там всех созывать и так далее, пожалуйста, добавьтесь в чат. Это ссылка на Telegram. Так что просто в Телеграме не осталось свободных мест и адресов. Партнер нашего мероприятия — это Битлента, косвенно имеет отношение к блокчейн академии. Про блокчейн академию особо говорить не буду. Единственное образовательное учреждение, которое обучило пол банковского сектора, я имею в виду руководителей банков страны, и особо не рекламируется, но напрямую все друг друга знают. Лекции у нас сегодня такие: виртуальные государства. Первое — Ярослав Логинов. Лекция не очень длинная, но если хотите, задержимся. 30 минут перерыв, потом самая сложная технически лекция по мультиагентным системам и децентрализованному ИИ. Также мне очень хочется послушать непосредственно про семантическое ядро, которое вот эти вот ребята сделали. У них система SON. Подробностей особо говорить не буду, поскольку там пахнет ICO надвигающимся, а мы очень так к ICO в академии, я имею в виду, относимся скептически, поэтому все, что касается проектов и краудфандингов и разных видов сборов денег, останется за рамками этого проекта. Нас интересует чисто технология. Полчаса свободного общения и последняя лекция. Я не думаю, что она в 55 минут уложится, но она того стоит. Это Анатолий Левинчук, один из… Его я представлю чуть позже, когда он сам подъедет. Передаю микрофон Ярославу и слушаем его. Ярослав. Welcome.